Всем привет! У нас сегодня в обзоре электрический насос от фирмы Stermey, модель под названием HT677. Для чего он нужен? Сейчас вы все узнаете. Электрический насос для надувных лодок и матрасов от фирмы Stermey, модель HT677. Внимание! Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор от сети не менее 10 часов. Данная модель легко заряжается как от сети 220 вольт, так и от автомобильного прикуривателя. Если данный насос разряжен, то вы можете спокойно вставить данный насос, либо же автомобильный прикуриватель и спокойно надувать, либо же сеть 220 вольт. Почему надо покупать именно этот насос? Потому что в комплекте у нас идут три насадки-переходника, которые идеально подходят для клапанов широкого ряда надувных изделий. Ну, допустим, у вас имеется, ну это не ради рекламы, имеется у вас матрас от фирмы Intex. Там используются вот такие вот широкие клапана. Если вы хотите надуть маленький надувной круг и вам, ну, реально лень его надувать, то просто берете, вставляете и спокойно надуваете. Также хочется вам сказать, что насос имеет компактные размеры и удобно помещается в ладони. На полностью заряженном встроенном аккумуляторе насос может работать до 10 минут без внешнего питания. Видите, здесь никаких проводов нету. Здесь имеется одна кнопка «Включить и выключить». И сейчас я вам покажу, какой же воздуховой поток дает данный насос. Обычный листок бумаги. И включаем. Вы все еще надуваете свои матрасы вручную? Вот этот насос – реально крутое приобретение. И не забывайте, огромный выбор всего имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.